Ты снимаешь, да? Все. Всем снова привет. День трезвенности продолжается. И сегодня мы находимся на вписке в городе Екатеринбург. Ге. И, как вы видите, я пью колу. Здесь нет ничего, кроме колы. Кроме колы. И сейчас мы возьмем другую прекрасную женщину, которая режет сыр. Привет. Привет. Как тебя зовут? Таня. Володя. Я певец. Очень приятно. Скажи, зачем ты режешь сыр? Ну, собственно, чтобы закусывать то, да. Что мы пьем. Колу? Ну, да, да, колу. У нас общество без алкоголя. Конечно, блядь, мы все стрейт-эджи, видите? Кресты на моих руках, на ногах и везде. Вот, привет. Привет, как тебя зовут? Аня. Кто? Аня! Я ее первый раз вижу, привет. Тоже очень приятно. Что ты думаешь по поводу нашего сегодняшнего безалкогольного пати? Ну, я думаю, что это очень правильно, потому что мы пьем уже много дней. Вы пьете много дней. Мы не пьющие ребята. Вот. Не пьющие ребята пьют много дней. Ну. Ну, а сегодня трезвый день. Это хорошо. Иди сюда, сука. Вот самый главный трезвенник сейчас скажет нам пару слов. Тоже. Давай. Ну что ж, сказать такого. Я могу только взять в рот микрофон. Нет, ты можешь взять в рот. Ну пошути что-нибудь, чтобы я ответил. Я не могу. Что? Я тебе задаю вопрос, блядь. Как тебе наша бесконтактная смарт-пати? Отлично. Мы непонятно где, соседей нет. Мы можем кричать, ругаться матом, веселиться, валяться. То есть как обычно, да? То есть, в принципе, как обычно, да. Но довольно клево. Мы опять спим в спальниках. Здесь можно варить рис. Кстати, да, это вот что как любит Андрей, наверное. Как любит Андрей, да, здесь можно. Андрей, вокалист Tommy Fairy Tail. Вот, я думаю, здесь можно валяться на полу. Наверное, я этим займусь прямо сейчас. Давай. Я думаю, здесь все понятно без слов. Ваня в своем репертуаре то же самое он делает всегда. Вань, надо скинуть себе... Бабла. Все хотят денег. Вот, не, на самом деле, я хочу сейчас выложить как раз старые выпуски, потому что мы не можем никак их подрезать нормально. Вот, потому что там половина какое-то говно, половина нормально. Наверное, начнем с того, что половина говно — это то, что ты говорил. А то, что ведущий ведет программу, это, блядь, самое охуенное, что ты видел в своей жизни. Не, я про экзорцизм, там первая половина смешная, а потом, ну, не очень. Ты, блядь, не надо спойлеры. На самом деле, ребят, давайте лучше расскажем про тур, да? Давайте. Нахуй надо? Нет, нормально. Просто, всем интересно шутки, голые бабы и сиськи. Шутки, да? Голые и бабы. Покажи сиськи, Аня, пожалуйста. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. На камеру. А на полшишки? На полшишки. Так, что ли? Да, чуть-чуть. Ну, да. Вот, нормально. Ну, чуть-чуть сисечек есть. Вот это я понимаю. Так вот. Командный дух. Командный дух. Так вот, в туре нам платят примерно в долларах. Я на сиськи показываю. Ты показываешь. Да. Ну ладно. И Вертирон. Ну ладно, ничего. На самом деле нет. На самом деле в туре нам платят в долларах и в евро. Мы играем в зал примерно на 1000 человек. И мы видим где-то буквально по 27 сисек за раз. 27. По 27 сисек за раз. Вот. А писек мы не видим, слава богу. Нет, особенно Ильи. Особенно нет. Не писек Ильи мы не видим. Я никогда не видел. Он пытается, он пытается ее показать, но писек Ильи мы не видим. Я думаю, дальше мы это все смонтируем. Дальше мы это все смонтируем. И будет видно так, что на самом деле, да, что писки он показывает. Мы сделаем видео так. Нет, подожди, сейчас все клево. Мы сделаем... Мотор. Мы сделаем видео так, что вы видите только письки и ни одной сиськи. Нет, я хочу. Я, честно, я не знаю, как вы, дорогие зрители, но если бы я смотрел программу, я бы хотел видеть исключительные сиськи. И жопа, конечно же. Пошли. У нас... Ой, блядь. Трезвенная пати, блядь, закончилась фиаско. Блин, ладно. Пошли. Короче, у нас, поскольку мы находимся на женской вписке,
Сейчас, подождите. Так и получилось... Блять, что с глазом? Так получилось, что здесь еще есть много сисек, поэтому мы пройдем дальше. Всем привет! Ой, началось! Вы, наверное, уже все знаете, что мы ведем интересную программу. А мы снимаем весь тур. Вот. Смотрите, так получилось, что у нас программа увлекательная для зрителей старше 18 лет. Не 17. И она еще издается на немецких. Да, на немецких сайтах распространяется, все могут стать знаменитыми. Единственное, что надо показать немножко сисек. Нам это не интересно. Ну как так? У нас нет. Вот видите. Не все готовы стать звездами и при этом не показать немножко человеченки. Бля. Давай, ладно, покажи сиську. Мама, у него нет сисек. Ой, не-не, забанят, забанят на Ютубе за это. А еще сегодня произошла новость, так получилось, что группа Trend Kill 27 больше не ездит с нами в тур, и поэтому они оставили маленького человечка на наше попечение. И вы знаете, что я с ним сделаю? Что? Нужно больше. Нет. Сегодня нам хватит бутылок. Больше. Хватит, правда? Давай, Сережа, мы верим в тебя. Нам хватит, да, друг? Ой, я уже... Жесина, не беси. Клеты наши насущные. Клеты мои, Не его. Белоснежка ты моя неповторимая. Ну вы уже знаете, с какими моральными уродами мне придется кататься, да. Еще ближайшие 4 дня. Дайте мне сигарету. Ты уже все. Давайте, давайте. Подойди, давай, давай, ближе, короче. И ты тоже ближе. И мы вас всех снимем и возьмем у вас интервью. Давай, иди сюда. Не стесняйся. Не стесняйся, девушка с хноя на руках. И ты тоже давай двигайся. Так, давай. Слилась. Подожди, так, ты слушаешь готическую музыку. Давай, психологический портрет. Ты любишь кладбище, сидеть на окне, пить портвейн и слушать Six and Nine Eyes. Что это, да? Я не понял, тебя загнул. Это был первый раз, когда певец, красавчик и просто охуенный парень был неправ. Ну давай, давай иди сюда. Иди со мной. Иди сюда. Да, кто, блядь, иди нахуй они мне нужны. Я у них уже интервью брал, давай иди сюда. У нее я уже взял. Давай иди сюда. Ну, блядь, типа вся тусовка, все женщины. Ой. Две женщины вне зоны. Ладно, ладно, вот, ты же хозяйка квартиры, да? Представься. Что за серьезность, мужчина? Ольга Игоревна. Имя скажи. Ольга Игоревна. Ольга Игоревна любезно нас приютила сегодня на своей самой трезвой тусовке в жизни. Наитрезвейшей. А вот то, что вы видите, это не существует. Вот самое. Это полиэтиленовый полиэтилен. Моя самая трезвая. Самая блюющая подруга, это на самом деле она просто воды перепила. Скажи что-нибудь. Пару слов. Иди нахуй. Ты, дорогой зритель, можешь пойти туда, куда тебя послали. И, увы, это был первый раз. Это было самое короткое интервью за историю нашего тура. Привет, иди нахуй, все, пока. Прям душу греет, не могу ничего сказать. Как будто в Питере снова очутился. Ну ладно, давай, скажи что-нибудь. Как тебе концерт хотя бы? Не, ну концерт-то пиздатый, если бы меня не разочаровали мои подруги, которые, блядь, уплакались,
Упились все. И ушли. Да. На две группы последние. У нас трезвая вечеринка, поэтому ни слова алкоголя. Сейчас у нас трезвая вечеринка, да. У нас вот тогда была трезвая вечеринка. Ну, а сейчас у меня трезвая вечеринка. Вон, слово, пожалуйста, женщине. А у меня есть мастер начал, да, подруга? Он-то женщина. ГТСика, которая год. А тебе Кольба больше нравится? Не знаю, что сказать. Все очень плохо. Покажи сиськи еще раз, ладно? Ну еще раз, ну чуть-чуть. Надо как-то разбавить обстановку. Ну, блядь, ну ладно. Ладно, там слишком какая-то душная, трезвая тусовка. Надо пойти к боли. Что? Что? Как показать? Да как хочешь, покажи. Юка такой. Давай. Нормал, нормал. Я думаю, сойдет? Сойдет? Сойдет, блин. Все наши, ребят, вы уже знаете, где надо остановить видео. Вы, главное, себе пометку сделайте, чтобы потом, ну, пока мамка не видит, вы понимаете. Айда. А вот здесь вот сидят наши друзья-музыканты. Привет, мы играем в компьютерные игры. Вот, я уже вижу клан. Клан, да, вот 5 человек, все играют в доту. С мобилы, да, слушают АК-47, Витя и Максим. Да, особенно Андрей. Ну, посмотри. Нажрался как... Напился воды. Воды огненной. И теперь сидит здесь что-то... Все, пошли бухать за дом. У нас трезвая вечеринка, друг, ну ты что? Согласен. Спасибо, с вами было прямое включение из Екатеринбурга со вписки Хайкофу Гет ТВ. До свидания. И мы все? Счастливы. Выключай.